Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас вторая сторона доната. Будем бегать по разным серверам, смотреть, что и как. На русском там немножко забрал, на китайке нужные плюшки. Ну, в общем, все как всегда на всех серверах, кроме русского, топовые акции. Начнем с китайки. Эту акцию я уже показал вам. Не один раз показывал топовые плюшки, можно за карты, то есть, ну, вариантов очень много, вы получаете топовые таланты. Так, рынок, то у нас есть оживу, позабирал, потому что мне нужна будет она дальше для прокачки на девятку. Дальше скин один забрал, смертельные удары начали продавать, тоже их позабирал, восьмерки, ну, это плюшки, в принципе, это такое. Так, что еще интересного, на большие паки, ну, такое себе, ну и начали кристаллы продавать. Кристаллы я натащил с акции распродажа. Рибет, скин на рибета, ну такие себе, бастион и каменка продают. Восьмая воодушка, в принципе, за полпака, плюс еще самоцветы. И огник, половинка, скин, психощит. В общем, вот так вот. Такой вот трешачок здесь. Так, забираем это все. Ресурсы, в принципе, у меня есть, руны есть, поэтому я пока не особо заморачиваюсь. Так, смотрим, что нам выпадет. Так, Рудольф. И скин на ПБшку. Ну, Рудольф на китайке. Что-то дают больше всего. Так, окей, поехали дальше по акциям. Эта акция просто на покупку. По-моему, покер, если не ошибаюсь. Сейчас глянем, что там у нас. Да, покер. 34 попытки. Там мы закончили, по-моему, на этой раздаче, если не ошибаюсь. Ну, попробуем сейчас выловить. Либо вольта, либо семерку, если получится. Тут дают очень много питомцев, уже кайфовая акция. На русском таки до сих пор нету. Ну, в принципе, ничего удивительного. Точно так же, как и распродажи на всех серверах, уже по два раза у нас. Нифига. Так, отлично, собрали. Посмотрим потом, что там у нас за плюшки будут. Ну, тут вряд ли мы уже соберем что-то интересное. Просто так пооткрываем, так как она закончится завтра уже. Так. Тут можно, в принципе, подряд все открывать. Должны тоже плюшки дать. Сейчас посмотрим, или уйдет вперед. Нет, думаю, хватит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, давай, давай. Так, отлично. Поехали, посмотрим. А нет, нифига. Вот такое. В принципе, неплохо. На русском такого и подавно нет. Так, с этим разобрались. Поехали дальше, смотрим, что тут еще у нас интересного есть на китайке.
Так, ну в эту акцию мы пока не поиграем. Ничего себе, у нас какая-то постройка закончилась. Плюс 3 силы вкачали. Так, скоро и в топ выйдем. Так, отлично, поехали дальше. Что тут еще китайцы нам приготовили? Ничего себе. За какую-то смену, я не помню, или героя вылила, или что. Как видите, здесь их не крыло дают полным ходом. Так, это распродажа, еще какая-то одна акция, и побежим на русский сервер. Посмотрим, что там у нас есть. Так, ну заберем, что тут у нас будет на четвертый день, непонятно. Наверное, скорее всего, 60 осколков. Ничего себе. Да, 60 осколков Деда Мороза, плюс 18 камней. Нехило так драконов нападало. Так, отлично. С этим сервером, в принципе, мы закончили. На каком я там месте уже? Восьмерку. В принципе, 25. Я думаю, симка апну сегодня. Так, окей, поехали дальше. Дальше у нас... Давайте на русский зайдем. Посмотрим, что на русском сервере у нас творится. Это я пак забрал. Еще один пак. Вот такие вот паки у нас есть. Комплекты продаются. Мелкий смысла нет брать. Второй взял чисто ради книг. Такс. Вечно забываю здесь ролить карты. На архидемона может что-то выпадет. Ничего нету. Поехали, посмотрим, что у нас там на рынке вообще делается. Ну, понятно все. Хотя ворожея продают, скин на ворожея, Ронина. И скин на Ронина неплохо. Так, стартовый набор, колесо, заработаем на героях. Короче, такое себе. Поехали, колесо посмотрим. Что тут у нас интересного? Огника добавили. Дракос Валентина в основном падает людям. Но самое основное, вот это вот сюда надо заходить. И тут очень часто продают облики. Вот у меня облика Сурика. Самое то. Сейчас мы его немножко заберем. Сколько там получится? Вот колесо удачи, давайте попадут. Так. Посмотрим, что нам тут выпадет. 18 попыток. Вот самое плохое, что у нас... Да, такие мешки, конечно. Я промолчу. Так, окей. 30 осколков пришло. Давайте еще осколки доберем. Колесо фортуны. Так, еще есть. В принципе, я его и так соберу с сумок.
Он там неплохо падает. Так, вроде все. Крутанем. Не хватает попыток вот так вот. Так, отлично, с этим разобрались. Поехали сюда. Вот так вот. Еще надо будет один дособирать, и будет он уже тоже на максималочке. Так, на угника мне не хватает. В принципе, по чуть-чуть. Тоже здесь докачивается. Окей, поехали на английский сервер. На US-ку. Смотрим, что у нас на US-ке есть. Так, кристальный, отлично. С этим мы разберемся. Так, календарь. По-моему, этот же... на китайке. Так, а что у нас тут? Вчера дали 40. Санта Бум 40, да. Тут тоже дают. Окей, Винтерфест, Флеймпак. Так, ладно, идем заберем плюшки. Вот такие вот плюшки у меня на английском сервере. 25 сундуков, 5000 книг. Ну и карты. И тоже СУшки продают. Так, изворотливость у меня уже есть. Камни мне, в принципе, не нужны. Прокачанные герои. Возможно, буду дальше качать. Сейчас я гляну, что тут у нас по архидемону. Творится. А тут, в общем, еще неделю будут его открывать. Так. Смотрим. Выживание уже дешевле стало. Камешки. Махатма еще подешевела. Вчера или позавчера она была 50 долларов, 50 осколков уже еще дешевле. Если посмотрю, что там у меня творится по ней. Я, в принципе, ее тут добить один пак, а потом заберу. Так, вот такой вот плюс дает вам выживание. Ну, здесь вообще просто жесть. Ну и такие вот мелкие. Также здесь есть восьмую римочку, уже продают за 50. Так. А вот я не забрал, вот хочу еще вот эту восьмерку забрать. Так, это за героев. Ярость не без 35% на стан троих на 2 секунды. Вот это я хочу забрать, потестировать. Очень интересная рунка, особенно для героев с живой. Так, что у нас еще есть? Поехали по акциям пробежимся, и я потом уже брустальный добью и заберу эти плюшки. Лаймпак, Supreme Gifts. Так, быстрые траты. Ремку. Пятые ремки. Так, Bingo Blast. Давайте зайдем сюда, посмотрим. Ну, на английском, честно говоря, в акции даже дали не играть. Вчера вообще просто тупо даже не играл. Четвертую ремку дают. Не забирал, точнее, вот эти акции отсюда. Только рынок и все. Ну, тут плюшки, конечно, дают, но мне просто некуда уже их складировать. Так, алхимик, поехали посмотрим, что в алхимике у них дают. Да, много мы тут наберем сейчас. Ну, хотя бы награды посмотрим. О, желейку выиграли одну, ребята. 20 кристаллов, супер. Так, нанимай. И на трату, на сундучке. Вот такое, короче, себе. В принципе, все. Вот так вот показал вам, что творится на серваках. На русском, как обычно, все фигня. Пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Все, как делать, есть в описании. Всем удачи, всем пока.